Всем доброго времени суток. Сибирь. Лето. С утра жарище. Плюс 11. Воскресенье. Что делать? На рыбалку 2 часа. А что делать? Нужно взять вот такую вот крутую удочку, которая называется Танага. Или сейчас в России это у нас называется микрофишинг. И ехать на ближайший водоем, ловить ту рыбу, которая там водится. Я приехал здесь буквально пару километров от дома. Есть у нас такой прудик с мелкокарасем. Вот такая удочка, кусочек теста и водоем. Ну что, посмотрим, что у нас из этого получится. Ну что, замесил я тесто. Здесь у нас карась четвертый и глютен. Утопили, протянули, закинули. Поймали карасика небольшенького, но поклевку увидели, рыбку поймали. Отпустили. Еще карасика поймали. Отпустили. Тесто нацепили. Тоже на карася похоже. Вот. Еще карасик. Еще карасик. Вот кто-то сидит там, ухахатывается сейчас. О, детство играет. Ну, ухахатывайтесь. Я-то рыбу ловлю. А вы там что хотите, делайте. И эти 2 часа я проведу на рыбалке. И увижу сотню поклевок. И поймаю сотню рыбок. Пусть маленькая. Но рыбалка — это же не только одни трофеи. Это же и общение с природой. Красота, тишина. Рыбки клюют. Чего еще надо? Заряд бодрости на целую неделю, несмотря на то, что рыбалка была буквально 2 часа. А кто-то ездит за 200-300 километров и привозит парочку пипищных окуней. Сам так ездил. Нет, тоже, конечно, классно. Ну, как-то иной раз больно накладно. А здесь... практически затрат-то никаких. Вот у меня еще карасик. Пока я бла-бла-бла тут с вами. Буквально такого кусочка хватает. Попер. О, крупняк. Не
не брал сегодня ни садок, ничего, надо было взять хоть. Просто показать, сколько рыбы поймалось. Ух ты! Вот такое карасище. Кстати, жареные, очень вкусные. Такие маленькие. Ни костей, ничего. Единственная проблема — это их чистить. Девочка, о, карасик. Верхние поплавочки еще на месте стоят, а нижние бусинки уже пошли, и по ним отслеживается поклевка. Там у нас сидит карасик. Да, маленькие. Ну и что? Вы телевизор смотрите, а я сижу, получаю удовольствие от рыбалки. Буквально в шаговой доступности от дома. На малюсенькую удочку. А даже такой карасик на такую удочку, я имею в виду вываживание, заставляет истинное удовольствие. Оба-на. Вот так и ловим. В следующем видео покажу очень бюджетную самодельную удочку, которую сделал. И покажу самую бюджетную оснастку. Вот кусочек на глютене еще держится. Закидываем. Опа-на! Во! Пискаря поймал. Надо сфотать такое дело. Тут и пискари у нас есть. Ну и чем не рыбалка? О, крупняк. Так, в принципе, можно и на жарешку наловить. Глютенчик еще остался. Можно еще раз закинуть. Даже на такой кусочек можно поймать еще карасика. Надо наделать ребятишкам таких удочек, привезти их сюда и устроить соревнования. Посмотреть, понравится, не понравится. Что не говоря, интересная такая темповая рыбалочка. Достаточно динамичная, веселенькая. Ничего сложного здесь нет. Доступно практически любому рыбаку.
Не только ребятишкам, думаю, никто не откажется вот так вот посидеть и весело провести часик. Тащит как путевый. Еще карасик. Вот сразу поклевка. Вот, видите, карасик уже более-менее. Трофей. Все, трофей. Вот такие. Вот по идее, вот это вот сейчас уже танага. Что японцы ловят таких маленьких рыбок. Подошла верховодка и разогнала всех карасей. И сразу все съедает. Попробуем кусочки чуть побольше. По-моему, до карася она просто насадка, карась около дна, до карася насадка просто не успевает. Карасик. Еще карасик. Thank you.
там сидит карась. Вот так. Вот так и ловим. Курящие с такой рыбалкой курить бросите. Некогда будет. Рыба прет. Кто-то может сказать, что фигня это, а не рыбалка. А мне нравится. На свежем воздухе рыбка клюет. Красота. Чего еще надо? Красивый закатик. Прям сразу стихи просятся. Сидит рыбак в лучах заката, а вместо лопаты торчит танага. Почти хоку. Ну а чего хотели? Японская снасть, японский образ мышления. Это вам не хухры-мухры. Философия, однако. Там у меня народ спрашивал, как где-то в комментариях, надолго ли хватает пакета приманок. Когда я делал обзор на приманки от старого призрака. Ну они там какие 100 грамм, какие 160, какие 300. Ну смотрите, я замешал 50, ну скажем так, миллилитров. Сколько рыбы поймал. И вот такой кусок у меня еще остался. Это еще... По идее, должно хватить на пару рыбалок. Сейчас я его уберу в свой суперчемодан. И до завтра с ним ничего не будет. А завтра, возможно, еще, может, с ребятишками подъедем. И хватит половить. Вот как-то так. Сейчас, пока совсем темно не стало, расскажу немножко о снасти. Расскажу о тех приманках, которые применялись.
Вот такая вот какая-то получилась достаточно интересная, динамичная рыбалочка. Значит, ловил сегодня карась 4 и вот такой глютен. 30 миллилитров вот этого, 20 миллилитров вот этого. Получилось 50 миллилитров сухой смеси, туда добавил 50 миллилитров воды, размешал, 5 минут подождал, и все, насадка готова, ловим. И остался еще вот такой кусок теста, который будет применен еще на завтрашней рыбалке. Это вполне достаточно. Это к тому, кто-то у меня спрашивал, насколько хватает таких пакетов. Ну, сейчас немножко о снасти. Удочка Лео, брал на Алиэкспрессе, 1,70 м, 0,14 леска, вот такие вот бабышечки, кусочек грозила, вильтружок, поводочек и 5-й номер хитрого крючка от Фанатика. Вот такого, вот такой формы и конфигурации. На этом, пожалуй, все. Всем пока!